отвела Хариту домой. Времени 8 утра. И снова бегу. Не могу реанимировать телефон. Он у меня не включается. Вот, кажется, включился. Все, выньи. Пар изо рта, холодина. Птички летают. Очень-очень холодно. Минусовая температура. Не знаю, сколько градусов. Все реально в инее. Смотрите. Все белым-бело. Не знаю, снимает он. Нет, я уже тут злилась. Потом думаю, кто злится? Нет того. Реально пар изо рта. Как будто бы я курю. Как вон из машины дымит, так и у меня изо рта. Доброе, прекрасное утро, мои любимые. Субботнее, людей вообще нет. Я пришла к магазину, к Пятерочке, стою. А там еще полчаса 32 минуты до открытия. Я, как всегда, выпавшая из каких-то графиков, систем. Смотрите, какое дерево красивое вообще. Оно прям огнем горит. Такое божественное утро, мои любимые. Пробую что-то сфотать. Телефон вообще не реагирует. Но я его уже добиваю до конца. Люсь, снимай, Люсь! Просто капец. Так меня злит. Нет слов. И мне кажется, сейчас вырубится видео. Сколько птиц! Полное небо! Я не успела снять. Они прямо надо мной летели. Целая стая. А тут, смотрите, что творится. Огнем все горит. И переливается такая золотая осень в Великом Новгороде. Это что-то. Я стала возле этого дерева как завороженная. Ладно, Люся, идем. Не хочешь снимать? Не надо. Такое тебе дерево нашла. Обалденнейшее. А там, смотрите, какое солнышко. А увеличивать будешь? Не хочешь тоже? Ой, какой-то капец. Не знаю, что с ним творится. С этим телефончиком. Но я все равно благодарю. От машин такой дым идет. Вообще, как будто бы они все горят. Не снимает, короче. Хотела вам такое утро показать чудесное. Пошли, Люся, не хочешь снимать? Не надо. И траву не сняла. И ничего не сняла. А, я уже вызлилась. Все. Пока, мои любимые. Всем божественного субботнего утра. Очень-очень люблю вас. Бегу в Пятерочку за кормом Луночки.